Ах, Яндекс.Дзен, мечта поэта. Сижу с рассвета до рассвета, читаю сказки и куплеты, в надежде делая сюжеты. И жду показы я с надеждой, слежу так ревностно и нежно, просмотры как растут небрежно, но алгоритм такой невежда. Мои стихи он предлагает лишь тем, кто их и не читает. А кто о лирике мечтает, тот о стихах моих не знает. Но Дзен активно убеждает, что алгоритм работу знает. И убеждать он продолжает, что люди нынче не читают. Из миллионов лишь по 200 или по 300 человек интересуются стихами в наш деградирующий век. Неужто правда, что все люди лишь жаждут сплетен и интриг? Стою, как Витязь на распутье, неужто мир зашел в тупик? А алгоритм свое вещает и показать лишь обещает, когда понравится народу мои творения прям сходу. Но вот беда, народ не знает, что мой канал стихи вещает. И как же могут все узнать, что им послушать, почитать? И так все скоро канет в лету. Рассказы, сказки и куплеты. А люди рады б почитать, да Дзен не хочет показать. Ну что ж, старалась, как могла я, и сочиняя, и читая. На этом вся моя охота сгинула в дзеново болото. Кто любит сказки и стихи, мои творенья не увидят. И за какие же грехи меня Дзен люто ненавидит? Ответ простой – рулит там робот. Людскому мнению вопреки, везде сует свой глупый хобот и людям раздает плевки. Благодарю за внимание. Если вы интересуетесь стихами, рассказами или сказками, то подписывайтесь на мой канал. Будьте счастливы!